В начале недели в Чебоксарах стартовали публичные презентации дизайн-проектов по благоустройству мест отдыха и досуга. Эстафету приняли жители Ленинского района. Горожане сами выбирали, какая территория нуждается в обновлении в первую очередь. Как может измениться историческая часть города Чебоксары в ближайшие годы, узнавала наша съемочная группа. Одна из самых обсуждаемых тем – федеральный проект формирования комфортной городской среды. Жители Ленинского района Чебоксар не упускают шанса облагородить даже самый маленький сквер. С эскизами 18 общественных пространств знакомит главный архитектор города Вениамин Мамуткин. 6 участков находятся на территории Ленинского района. Скверы имени Чапаева и академика Волкова, Дорис Парк, сквер электротехников, Дубовая роща и Красная площадь. Так она, возможно, будет выглядеть уже через несколько лет. Вот посмотрите, возможно, это будет мобильные трибуны для проведения с меньшим количеством людей, например, какой-нибудь музыкальный фестиваль. Сохранение зеленых насаждений – одно из главных условий всех работ по благоустройству. И какая судьба ждет лесной массив Дубовая роща, зависит от активности самих жителей. Сейчас посмотрели, что устанавливают в основном детскую площадку. Но жители, честно говоря, хотели что-то, раз Дубовая роща, то что-то больше связано, наверное, с темой дерева, побольше деревянных конструкций и вот этого, такой вот истории с деревом связанной. Но я думаю, мы свои предложения какие-то выскажем, я думаю, архитекторы это учтут и проект как-то, может быть, дополнят. Вот. А так, в целом, то все хорошо, интересно, очень сильно понравилась история с Красной площадью, с сценой, которая будет смотреть на воду. Мы как раз сидели, обсуждали, что можно устраивать представления, которые будут на воде в том числе проходить. В сквере электротехников будут обустроены пешеходные дорожки, раскинутся цветники, появятся уличные выставки, скамейки и даже скульптуры. Здесь такой треугольник, озелененное пространство. Здесь железная дорога проходит. Территория 0,03 гектара. Стоимость работ 1 миллион рублей. Вот предложение проектировщиков оформить это вот таким вот образом. Новый облик может принять и Дорис Парк по проспекту Ивана Яковлева. Здесь предлагают создать детскую и спортивную площадку, скейт-парк и летнюю сцену. Вот элементы, которые могут появиться на этой территории. Ну, пока по проекту все понравилось нам. Сейчас уже мы больше растем, и все появляется новое. И тоже мы хотим так же жить в этом благоустроенном городе. Главное, Дубовую рощу благоустроить, там все запущено было. Сейчас вот такие делают, чтобы люди гуляли, занимались спортом. Все рядом, около дома получается. Недалеко ходить не надо. Тем более у нас микрорайон Рябинка, он такой густо населенный территория, таких спортивных и благоустроенных мест не было. Чьи идеи получат путевку в жизнь, решат сами жители на народном голосовании 18 марта. А пока есть время определиться с непростым выбором. Ведь из 18 общественных пространств чебоксарцы могут проголосовать только за 3. Рифат Фаткулин, Борис Андреев, Республика.